вы часто настаиваете на четвертом или пятом измерении. А мы можем сказать, что вы часто пребываете в четвертом измерении и даже в пятом. Как осознать это? Через ваше внутреннее ощущение самих себя, через ваши желания, через ваши устремления, которые отличаются от тех, что были у вас несколько месяцев назад. Иногда в течение нескольких часов или в течение целого дня или даже в течение 2-3 дней вы находитесь в другом измерении, в столь желанном вами измерении. Вы можете попасть в более высокое измерение, не осознав высоту вашего полета. Поэтому мы просим вас быть очень внимательными к самим себе и следить за своими состояниями. Мы просим вас иметь мужество увидеть себя такими, какие вы есть. Это поможет вам исправить то, что вы желаете изменить в себе. И главное, что вам необходимо изменить в себе. Постепенно вы увидите, что проделали огромную работу, что вам больше не нужно думать о том, что вы хотите изменить в себе. Вы увидите, что все выстраивается само собой. Но опять-таки будьте очень внимательны по отношению к себе, к своим ощущениям. Многие часто ошибаются, думая, что пятое измерение – это что-то такое, где все резко поменяется, где все будет совсем другое. Безусловно, когда вы находитесь в пятом измерении, вы совсем другие внутри себя. Но это может длиться только короткое время. Затем вы вновь попадаете в измерение, где вам намного легче пребывать, так как ваш вибрационный уровень отстает от уровня высших вибраций. Когда большая часть человечества перейдет в более высокое измерение, то вся планета тут же мгновенно последует за ними. Но при этом вначале вам будет казаться, что внешне в вашем окружении ничего не изменилось. А изменение проявится в том, что станет существенно другим поведение людей. И это изменение произойдет очень быстро, просто молниеносно для некоторых. И как следствие всего этого трансформируются все, какие бы то ни было, системы вашего общества. Ваше общество станет другим, подход к религиям станет совершенно другим, скажем даже, что появится доселе несуществующий подход. Человеку больше не нужна будет религия для понимания жизни, для продвижения вперед, для соединения с небесами. Человеку не нужна будет религия, чтобы стать мудрее, чтобы развивать братские отношения, чтобы развивать любовь. Именно энергия, вибрация пятого измерения будет указывать на разницу и позволит вам понять и трансформировать не только то, что вы есть, но также вашу жизнь на всех уровнях. Ваша земля изменится, ваша манера жить изменится, ваша манера любить изменится. Все поднимется на несколько ступеней вверх. Но до того, как все это произойдет, у вас еще появятся кое-какие недомогания в теле. Если вы недостаточно сонастроены с высшими измерениями, то ваше тело будет постоянно проводить сонастройку с ними. Именно это и будет причиной недомоганий. Поэтому постарайтесь быть в гармонии с вашими мыслями, с вашими эмоциями, с вашими чувствами, с вашим поведением в жизни, и все будет происходить гораздо проще. Трансформации будут ускоряться и ускоряться. Люди смогут соединяться друг с другом, где бы они ни находились. Если у вас есть любовь, если у вас есть чувство глубокой дружбы в вашей семье, к вашим друзьям, в ваших отношениях, то соединение будет происходить очень быстро, и вы будете его чувствовать своим сердцем. Это будет своего рода телепатия, но телепатия не ментального уровня, а телепатия на уровне вибрации любви. Вы научитесь чувствовать все лучше и лучше эту вибрацию любви. Когда вы будете думать о ком-то, кого вы любите, то вы будете чувствовать эту вибрацию любви в своем сердце, и вы будете ее дарить.
Когда вы чувствуете огромную любовь, то не надо держать ее в себе. Надо постоянно ее дарить. Великое, очень великое преобразование уже началось. Будьте внимательны к себе, к своим ощущениям и состояниям. Смотрите на себя по-другому. Воспринимайте себя по-другому. Нам никогда не надоест повторять это. Только так вы поймете, что ваша глубинная трансформация, та трансформация, которая ведет вас все больше и больше в высокие измерения, по-настоящему началась. Моник Матье.